Здесь все и начинается. Так, сначала нужно создать учетную запись. Выбери пустую ячейку. Окей, теперь выбираем персонажа. И это ботаник. Для меня эта игра как овсянка для англичанина, как суши для японца, как... Ну, в общем, это бас, и это мое шоу. Ладно, поехали. Выбери викторину. Сначала их всего три. Получи как минимум бронзу в каждой из них и получишь доступ к новым раундам. Что такое блиц-викторина кино и ТВ? Все просто. 15 вопросов, и чем быстрее отвечаешь, тем больше баллов. Поехали! Какой американский рэпер снялся в этом фильме? Неверный ответ. Идем дальше. В каком фильме 1932 года сыграла главную роль Грета Гарбо? Отлично! Внимание, следующий вопрос. Кто исполнил роль главного сериала «Мэш» Бенджамина Пирса? А ты у нас ниндзя, да? Что это? Счастливая случайность или блестящий интеллект в сочетании с мгновенной реакцией? Какая разница? За правильный ответ менее чем за полсекунды ты получаешь награду «Супербыстрые пальцы». Как звали главу суперсемейки? Три правильных ответа, один за другим. Что ищет Алиса Селезнева в фильме «Гости из будущего»? Неплохая игра. Ты получаешь бронзу. Какой сиквел первым получил премию как лучший фильм года? Пять верных ответов подряд. Это серьезно. Так, еще вопрос. Этого сериала. Кто сыграл главную роль в фильме «Один дома»? Да, серебро твое! Круче только золото! В какой стране снимали фильм «Приключения Присциллы. Королевы пустыни»? Так, идем дальше. Какой популярный телесериал получил 6 премий Эмми и 8 золотых глобусов? Переходим к следующему вопросу. Кто играл роль Юлия Цезаря в сериале «Рим» производства компании BBC, HBO, Rai? Десятый правильный ответ подряд! За 10 правильных ответов подряд ты получаешь награду «Горячая десятка». Поздравляю! Кто в этой комедии? Да! Знаешь, что тебя ждет? Золото!
А вот и следующий вопрос. В каком фильме прозвучала известная фраза «Вор должен сидеть в тюрьме»? Еще один вопрос. Какой сериал о подростках посвящен жизни тусовщиков Нью-Йорка? Быстрые пальцы! Пора заканчивать раунд. Последний вопрос. Какой драмы с участием Хамфри Богарта происходит во французском Марокко? Ну ты просто молодец! Вот твое золото! Заслуженная награда!